Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и Денис. Всем привет! И он решил сегодня лежать, а не сидеть в кадре. Не знаю, почему так случилось, но как-то так произошло. Нормально все? А? Нормально, говорю, все? И всем привет! С вами Маша и Денис. И сегодня у нас подарки. Как вы видите, мы снова в строю. Денис сел, настроился. Подожди, дай я объясню, что происходит. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Ребят, совсем скоро День всех влюбленных. День Святого Валентина. Как вы видите, мы оформили нашу локацию сердечками. Вот такими вот красивыми шариками. Оцените вам, как я подготовилась здесь все к съемке для этого видео. На самом деле, пока я это все настраивала здесь, расставляла, развешивала, я настолько сильно захотела спать, что если вдруг во время этого видоса я усну, знаете, во всем виноваты вот эти сердечки. Спать хочу. И мы даже купили специальную хлопушку в честь этого видео. Для тех, кто вдруг не прочитал название, у нас сегодня будет обмен подарками ко Дню Святого Валентина. Но все подарки будут необычные, а в форме сердечка. Представляете, все подарки должны быть в форме сердца. Или хотя бы с орнаментом сердца. Но по идее, все должно быть в форме сердца. Да. То есть, если печенька, то она в форме сердца. Коробка в форме сердца и так далее. У нас получилось больше 15 подарков друг для друга. То есть, у нас даже пакетики с сердечками. Да, у меня вот такие беленькие написано «Только для тебя». Их я буду дарить Денису. И у меня тоже. Такие вот. У тебя написано «Лечу для, к тебе». Для тебя. Вообще-то, если что, у тебя там ты на сердцах. Все, я ж хлоп. У нас есть хлопушка, давай хлопай. Подожди, я хочу снять. Надо баксик. Точечный фокус. Да подожди, все. Бакс. Давай. Скажешь, когда готов. Баксик. Он испугается. Баксик. Да все, он уже просто. Бакс. Да, один. Подожди. Два. Я снимаю. Три. Готов, Макс! Макс, ура! Раз, два, три! Слушай, ну это было прикольно. Это, конечно, я ничего не видела, ребята, смотрела в камеру, и просто мне хотелось сказать, что такое чувство, что ты сегодня обмениваешься подарками не со мной, а с Баксом. Ты столько раз сказал «Бакс» за я эти просто... 10 минут. Такое чувство, что ты помешан на Баксе. Нет, я просто переживал, что он сильно испугается и начал. Да, он бы спал, понимаешь, он бы даже ничего не заметил, проснулся бы весь сердца. Нет, знаешь, как шарахнуло бы, он бы там подпрыгнул. Это а сердце. Несколько. К моей груди. К моей груди. И для тебя, Баксик. Все, давай. А эти сердца для вас. Ну ладно. Вот это одно твое. Начинаем обмен подарками. Обмен подарками на День Святого Валентина. И первый подарок дарю я. Кто решил? Я решил. Давай скинемся. Давай. Раз, два, три. Я дарю первый подарок. Пускай это будет что-то сверхнеобычное, например, вот это. Спасибо. Можешь мне подарить? Это макароны. Подожди, сейчас посмотри сначала. О, макароны в виде сердечка. Спасибо, буду кушать. Я тебе дарю подарок тоже. Смотри. О, он тут непростой. Ты же его уже видела. Да я видела, пока я не поняла, что это, но я вот это уже это увидела. Это кексы печь. Оно реально в виде сердца. Форма для выпечки. Это что, я столько кексов должна испечь? А чего бы нет? Идеально. Это форма для кексиков. Жульен мне сделаешь? Чтобы там? Сделать? Не для маленький жульена. Я тебе вот в сам День Святого Валентина, возможно, сделаю. Ой. Вот ты меня рассмеялась. Намек понят. Спасибо. Ага. Убираем подарок. Спасибо, такой подарок великолепный. Макароны. Да классно же макароны, мы их поедим вместе. Я знаю. С кетчупом. Вообще пушка. С кетчупом, я вообще хочу макароны да, с кетчупом. Да, ладно. Я дарю следующий подарок. Вот такого, я думаю, тебе точно никто никогда не дарил. Что, крючки? Их много.
6 крючков, между прочим. На присоске. Давай. Можно я сделать? Ты знаешь, что я хочу? Блин, что не крепится? Вот дерьмо. О, нормально. Ну что это? Я обязательно найду применение, конечно, и куда-нибудь прицеплю. Ты в шоке, честно? Я в шоке. Вот это такие дела. Неожиданно. Спасибо за крючки. Это твое. Что это? Без палева совсем. Блин, если он улетит, то он больше не прилетит, Маша. Зая, чуть-чуть ты пожалел. Ну, чуть-чуть кромсанул ее. Короткую сделал. Ну, то есть, если все, и все. Я его не, ну, не очень люблю, ну, пью, но не люблю, но люблю. Ты просто огонь, ты просто огонь. Вот. Ну я в шоке, ладно. Прицепи Максику. У него ошейника нет. На ухо намотай ему. Я на лапу. Ну спать, Лёна, уснул. Ладно. Держи свой следующий подарок. Не знаю, что это, но на. О, это что, вонючка в машину? Романская роза. Пробуем. На вкус? Да, Зоя, ты чё? Чё, она пахнет вкусно? Прикиньте, вонючка в автомобиль в виде сердечка. Ну, неплохо. Ладно, неплохо. Пахнет мылом каким-то. Пахнет, как в дешёвом такси. Ты и я, одно сердце. Скажи же, мило, ты повешаешь? И будешь смотреть и ехать, думать обо мне, ну, да, как я тебе подарила. Так ты рядом будешь, мне тут глаза мозолить, что я думать-то буду. Ну а если вдруг без меня? Что тебе чешется нос? Значит, скоро подойдешь, если тебе без тебя. Следующий подарок для тебя. Подарок вот такой, вот такого плана. Пожалуйста, получите, распишитесь. Какие-то пакеты. Это тарелочки. Это сауснички. 1, 2, 3, 6 штучек? Да. Офигеть, вот это как крутая 6, тема. Как 6 этих крючков. Не, ну с наушнички получше будут, чем крючки. Слушай, классные. Мне кажется, ты их купил себе, потому что ты же любишь макать соевый соус, всякую штуку. Я-то соуса не так много ем, как ты. Да ладно. Обманываешь. Да нет, серьезно. Не, ну классные. Посмотрите, какие они красивые, клевые. Керамика, походу, вообще добротные соусы. Японская, да? Главное, чтобы не китайская. Спасибо за это классный подарок. Прикиньте, соуснички в виде сердечка до сих пор в шоке. Да, гони подарок мой. Всяко тебе загоню. Ого! Что это, что это, что это? Это для льда, что ли? Я сразу догадался. Прикинь, ты же любишь лед. Сразу 3. Да. Почему я лед люблю? Как это не любишь? Не люблю? В смысле? Ты всегда говоришь, где лед? Лед. Лед и лед. Где лед, лед. Смотри, вот так вот сделал, так. Ну да, я так и понял. Круто, да? Классная тема. И главное, в виде сердечек. То есть ты себе такой налил кока-колы, кинул туда лед. И сразу обо мне подумал. Ага, спасибо. Тебе понравилось? Очень. Следующий твой подарок будет. Вот такой. Что за прокладки? Это спонжики для умывания. Я смотрю, ты тоже масштабно подошел к покупке подарков. Тема 6 еще не закрыта. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 голубых спонжика в виде сердечка. 3 розовеньких и 1 зелененький. Спасибо, очень хорошо подарок. О, это нужная вещь. Что это? Это органайзер для рукоделия. Я же еще тот рукодельник-то. Короче, вообще-то реально для рукоделия. Ну как бы, камон, ребята, в виде сердечек товары. Какие нормальные товары для мужика будут в виде сердечек? Никаких. Поэтому мне было крайне сложно. Я выкручивалась как могла. Я подумала, что ты сюда сможешь сложить всякие мелкие детали. Типа, может быть, какие-то саморезы. Может быть, что-то для съемок связанное. Очень будет смотреться саморезы в сердечках. Ну, понятно, все, подарок, спасибо, нужен. Хорошо. Класс, о, что-то гремануло. Давай. Стой. Что-то загремело. И Маша получает свой подарок. Уже страшно. Достаешь.
Открываешь. О, прикиньте, да? Это шкатулка с фламинго в виде сердечка. Enjoy every moment. А здесь еще что-то лежит. Это сережки, которые я никогда не смогу носить, потому что от них у меня сразу покраснеют уши. И отвалится. Но они в виде сердечек. Блин, прикольно, подожди. Вот, посмотрите, вот так вот офигенно смотрится сережка. Одна сережка, потому что вторая серьга у меня уже в ухе. Покажи. Чё мою покажешь? Серьгу в ухе. Смотрите. Вот такая серьга я модная. М-м-м. Очень интересно. Красиво? Да. Прямо сейчас пишите в комментариях, идут мне эти мега сережки или нет. Я, походу, сейчас одену вторую серьгу. Та-дамс, готова. Я теперь полна бижутерии на себе, что редкость. Крутяк, буду в этой штуке что-нибудь хранить. Допустим, вот эти заколки, это единственная бижутерия, которая у меня есть. Блин. Давай, гони блин, подарок. Блин, реально ухо уже болит, не могу. Вообще ужасно. Ток-ток. Идем дальше. Дальше. Итак, мой подарок для тебя, пускай будет вот этот. Там, кстати, два подарка сразу. О, стикеры в виде сердечек. И... свеча в виде сердечек. Давай понюхаем. Из Икеи. Спасибо. Здоровье. Очень крутой подарок. И теперь ты пришла... Ты заценил? Да я весь заценился. Пришла очередь моя. С закрытыми глазами. О, это... это какая-то книжка записная. А ты чё? Что? А еще не все, что ли? Самое главное. Это наклеечки в виде сердечек. Офигеть, тут целый пак наклеек, так что можно вообще обклеить. Вообще можно все обклеить. А это еще одно сердечко, на которое написано для тебя. Да, название, посмотри, как называется. Название упаковки напиши, посмотри. Клипс-открытка. Яркая юность. Яркая юность. Я ржал. Визью белый. Состав. Смотрите на упаковку. Думаю, яркая юность. А там написано был солнечный день. Что такое? Это клипсы, прикинь. Ясный день был. Вот ты сейчас надела ясный день. А это юность. Любимая, мое ты счастье. Для тебя рисую праздник. И по почте шлю сердечко. В нем любовь пылает вечно. Ну это явно не это. О, я клипс уже здесь сломала. Она отклеилась. Вот ты жопа. Ну реально забираю отклеилась. Забираю я открытку. Да блин, я хотела так одеть. Там шоколадки нарисованы. Фига тут стикеров. Ой. За это с ума сошел? Сломалась. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Баксичек, тебе маленький мой не повезло. Я думаю, он спит. Ой-ой-ой-ой-ой, как же плохо, что ты попал в семью блогеров. Был бы в обычной семье. Ел бы 3 раза в день. Ты готов получить свой следующий подарок? Для офиса. Ну, готов. Давай подарок следующий гони. Он без упаковки, потому что так получилось. Потому что ты съел упаковку? Спасибо. Ну, что это? Это орешки. Снимите сердечко. Сейчас открою и поем. Пылью пахнет. Фу, за их надо помыть. Закрывай. Такого года? Не знаю. Что, старые, да? Я покупала только ради упаковки. Спасибо. А, что я тебе отдаю-то? Потом съем. Закрываю глаза. На, твой подарок. Ой, тут какая-то коробочка. И пока что она не в виде сердечка. Это офигенно много. А если быть точнее, то целых 12 свечей в виде сердца. И они красные. Ты сломал, зайчка. Как он сломал? Упаковку. Интересно, они будут пахнуть? Вот что я не нюхала. Фу, пахнет как... вообще ужасно. До этого пахло. Ну, ладно, для красоты устроим романтический вечер, да? Угу. Устроим? Обещаешь? Нет. Давай я тебе подарю следующий подарок. И следующий подарок будет вот это. Мне самое интересно, что же здесь я такое подготовила. Ой, здесь что-то интересное. Давай. Это держалка для машины в виде сердечка. Смотрим. Вот такая. Офигеть, она клевая, да? Классная. Давай растянем. Она же прыгает. Она как лизун. Ну, давай. Ладно. Давай, ты за одно, а я за другое. Давай. Умывать ее будем, что ли? Она липкая. Нет, просто потянем. Классная. Ой. Давай теперь склеим обратно. Ой. Мы рушим любовь. Ой, да, она такая давай, разрушимая. Давай. Она же как хрупкая. Ты что делаешь? Надо сделать обратно.
Блин, мы разрушили нашу любовь. Почему нашу? А чью? Резиновую. Зая. Все, я склеил. Прикольно. Вот так можно починить любые отношения. Все, я сделал. Спасибо. Ну что, следующий подарок у тебя ждет вот такой. Дай догадаюсь, что это бомбочки для ванны. Да. Реально, прикиньте. Как ты догадалась, ты такая умная у меня. Вообще, это две, чтобы мы с тобой приняли вместе ванну. Нет, мы не влезем. Ну, по отдельности. Сначала ты, потом я. А, ну только так, да. Ну, стоя-то можно принять вместе. Ну, можно и в тазике стоя. В этот весенний день. А если в тазик сделать бомбочку? Приятно для ног будет. Конечно. Тут же соль должна. Ну все, сделаю. Вот такие вот классные бомбочки для ванны в виде сердечек мне подарил Денис. Обалдеть. Давай, гони мне. Держи. Так, что же у нас здесь? Это что? Трусы? Знаешь, это похожая тематика. Полотенце в подарок. Вот, мы ванную приняли, короче, с тобой. Я такой пошел. И вытираемся вот этим полотенцем. Одним. Ну, розочку в ванну это вообще кинули. Надо было разбирать? Нет? Ну, да. Это что, платок, а не полотенце? А что он все в клею какой-то? Это салфетка. Страшно вытирать. Можно покорябаться. Оно реально все в цветах. Спасибо. Спасибо, хорошее полотенце. Какую часть ты вытрешь? Ну, я не знаю, ноги движутся. Ноги не жалко поцарапать. Короче, следующий подарок беру. Закрой глаза. Это плед? Не открывай, давай быстрее. Это подушка. Блин. Нифига, да я первый. Офигеть. Прикиньте, ой, она так с единорогом, а так с кем? Просто сердце. Красная, прикинь. Да я посмотрю, я теперь смотрю. Я хочу. Вообще классно. Забираю. Давай другое что-нибудь тебе подарю лучше. Свое сердце. Единорог рисую. Вообще круто. Спасибо, спасибо. В смысле спасибо? Это моя подушечка. Ладно, давай мне подарок мой. О, Зая, вот скажи, пожалуйста, твой самый странный подарок, который тебе дарили, ты запомнил. Вот самое странное, что... Крючки. Реально. Вот, типа, больше у тебя не было странных подарков? Не, мало подарков кто дарит. Ну, раньше, может, знаешь, я не знаю, там... Знаешь, вот на 23 февраля, там, в школе, в универе... Да, я не помню, что, у меня память только 3 минуты. Да, там, 8 марта, там, ну, может, кто-то 14-е, там, ну, ладно, наверное. Со мной бесполезно сейчас вспоминать. Что, карта, что ли? Томаты, бычье сердце! Будь здоров. Чуть-чуть сумасшедшая, что ли? Это, типа, томаты в виде сердца, да? Это и где их выращивать? Семена. Ну ты же мне горшок подарил с Hello Kitty. Вот туда и засыпешь, и будешь выращивать. До 400 грамм может вырастить штука одна. Прикиньте, реально, это семена, это бычье сердце и томаты, они в виде сердца. Спасибо за помидоры. Дарю тебе тоже интересный подарок. Да ляг уже. Пожалуйста. Ого! Очки, прикиньте, в виде сердечек. Я всегда хотела очки в виде сердечек. Блин, это такой кайф. Манго, прикиньте. Манго фэшн. Вик. Тебе идет. Честно? Ага. Блин, так круто буду в них сидеть. Держи. Давай подарок мне. Бать, скажи же мне идет. Это что? У меня подарки. Соль для ванны. О, нифига, у него дух отлетело. И пенза. Чтоб я свои грязные пятки вонючие чистил пензой. Спасибо. Ты прикинь, в виде сердечка. То есть комбо, да, вот такое? Ну, это соль. Сначала ты в ванне посидел в солях. Ну, на бомбочку денег не хватило. Ты мне бомбочка, и тебе соль. Ага. А потом, как пятки зачистил пемзочкой. Очень приятно. Зая, ты понимаешь, так, вообще пемза в виде сердца. Я нашла пемзу в виде сердца. Ты вообще понимаешь? Да, меня? Это шок. Все, вот твой подарок.
хотел вот первый подарить, забыл. Что это? Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Колье на L. Это корона. Там колье написано. А для Бакса, слушай, над размером не надо. Маленькая. Слушай, я думаю, что это не корона. А что это? Это я думаю. На шею, что ли, нет? А я тут думаю, обманули меня. И все, да? Ой, она такая холодная. Стильно? Давай Баксу оденем. Ну тоже. Ну ладно, ладно, потом эксперименты будем проводить. Гони мой подарок. Закрой, закрой. Ты точно в шоке будешь. Просто не открывай, догадайся, что это. Это книжка. Такая большая. Большая книжка. Еще вариант. Надувной матрас. Надувной шарик. Все, открывай глаза. Ты был прав насчет матраса. Я вообще не знаю, когда ты догадаешься. Офигеть, реально. Прикинь, это, короче, надувная. И вот такой лежать. Да, на сердечке. На сердечке. В очках моих. Нет, очки я себе оставлю. Тебе не дам. Прикинь. Спасибо, круто. И я следующий подарок дарю тебе. Сидим. Я даже знаю, что это. У меня подарок пропал, но я тебе такое же купила. Я тебе серьезно говорю. Блин, прикольно, я знала, что это фоторамка. Я такое же купила. А где она? А вдруг мы на ней сидим, пердим? Пропала, украли. Украли, украли. Классно, я еще подумала, круто, такие маленькие здесь. Фоточки прям как от полароида. Я была в шоке, когда я это увидела. Kiss me, baby. Можно повешать куда-нибудь крутяк. Так, следующий подарок нам. В смысле? Я же тебе дарю. Точно забыл. Как ты думаешь, что это? Подожди, не читай. Че, это магниты какие-то? Да, беги. Зафига они нужны? Ну, я не знаю, не были, я их купила. Ты думаешь, мне это... было легко искать подарки? Это магниты в виде сердца, в общем. Да, все. Понимаете? Даже магнитить некуда. Ну, это. На доску. Доску магнитную. Ой. Появился. Стимул купить, да? Да. Слушай, столько магнитов, что даже, мне кажется, доски не хватит. Две упаковки. Спасибо. Следующий подарок дарю я. У меня была такая штука. Это мыльные розочки. Смотрите, какие хорошенькие. Так я их слайм добавляла. Угу. Тебе идут очки, зая. А будешь сегодня в озеро добавлять? Какое озеро? Ну, в ванной, которую сделаешь. Подожди, я хочу посмотреть. Давай. Я сломать хочу. Давай. А это будет как СМР, знаешь, такие как мыльные розочки? Так будет. Да. Давай ломать нафиг. А чтобы они подсохли хорошо. Зая, это классно. Че, я готовлю? Давай подарок следующий гоним. Это что, еда? Люблю еду. Я бы хотела попробовать. Реально угадал. А где сердце? Они в виде сердечек, зая. Реально? Это крекеры в виде сердечек, причем полезные, с яблоком и семенами чиа. Ой, что-то все сломалось. Они такие малюсенькие, покажи. Ой, какие крошки. Как тебе? Пойдет. Полезные. Вкусные. По вкусу. Знаешь, прям чувствуется вот эта полезность. Мне нравится то, что я тебе подарила. Это вкусно. Нифига себе. Это что такое? Это для доска, фотографий? Доска, да. Обалдеть, смотрите. Прикольно. Классно. На ней еще писать, да, можно? Угу. Она как меловая, типа. Угу. Обалдеть, крутяк. Сюда можно повешать всякие фотографии. О, у меня даже есть эта штука. О, вместо часов можно. Да, я тоже сейчас об этом подумала, прикинь. Классно. Я нашла твою рамку, но это не она. Опа! Опять еда. Великолепие. Ну, какие подарки для Дениса без еды, знаете ли? Ой, так казалось, как будто я жру постоянно. Вау! Первая, конечно же, даме. Вторая тебе. Пробуем. Пахнет офигенно. Здесь фундук. Целый. У тебя есть еще подарки? На. Подарочный набор для заколки Левадос. 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 Подарочный футляр. Подарочный футляр сердечко. Да. О, тут реально две заколки. Я теперь как настоящая принцесса.
А очки-то одень. Сейчас. В заколках все, да? Угу. Раньше ходили девочки в заколках? Подожди, держи, он упал. Спасибо. Для тех, кто не верил, вот мне Денис подарил, а это я ему. Круто, да? Одинаковые. Это другого цвета. А, розовая, да? Угу. Спасибо. Клево. Так, у меня тебе тоже подарок есть для тебя. Еще один? Да. С ума сошел? А, это Шанель. Это какая-то посуда? Ну да. Нифига, это фуа-гра? Это фондюшница. Что-то? Фондюшница. Обалдеть, смотрите, она в виде сердечка. Что-то не фондила больше. Ого, а это зачем? Для этих. Для шпажек вот этих? Нифига, мы это вообще можно сыр туда наложить, оливки и кушать с иголок. Блин, ну иголки вообще какая-то тема странная, конечно. Я бы сюда соус налила, типа меда. А тут бы сыр положила. Кстати, реально, ну. А тут бы еще фрукты положила. Ну, блин, Зай, спасибо большое. У меня нету больше для тебя подарков. Я тебе уже все подарила. Все, что у меня было, я тебе все подарила. А самое главное, я дарю тебе свою любовь. Спасибо. Спасибо тебе большое за подарки. Они были все классные. Мне кажется, что сегодня твои подарки превзошли мои подарки. Да ладно. Мне понравились подарки твои. Ну что ты запомнил? Я запомнил матрас. Крючки. Запомнил печеньки, запомнил крючки. Мне все понравилось, особенно доска, тарелка. Печеньки мне понравились. А на всем остальном спидбаксе я этого не вижу. Очки вообще просто пушка best of the best. Я давно о таких мечтала, чтобы они были в форме сердца. А тут прикол в том, что сами очки не в форме сердца, а стекла в виде сердца. Круто, да? Вообще офигенские. Ох, желаю вам найти свою любовь. А в этом году или в следующем встретите своего Валентина. Это, знаешь, это как мы сидим, как это называется передача-то? Что, где, когда? Нет, нет. Ой. Давай поженимся. Ага. Давай поженимся. Мне кажется, там это, когда будет смена власти. Я готова. А с левой стороны у нас сидит Иосиф. С правой стороны у нас сидят для Иосифа три дамы. Виолетта, Людмила и Инесса. Кого же выберет сегодня Иосиф, узнаем в конце данной телепередачи. Людмила, удивите, пожалуйста, Иосифа. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, влюблены вы или нет. Ну а на этом это видео подошло к концу. Спасибо, что у нас был такой чудесный обмен подарками. Это так классно. Я обожаю просто дарить и получать подарки. Это самое клевое, что может быть. Сегодня, конечно, было много безделушек, но куда без этого. Увидимся с вами в новых роликах. И до скорой встречи. Всем пока. Пока, я спать.